altro. Nein, zum Faschismus! Nein, zum Rassismus! Nein, zum Rassismus! Nein, zum Rassismus! Nein, zum Faschismus! Nein, zum Rassismus! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!
Центр Кёнигсплац. Понятия, до скольки это работает, все. В 4, по крайней мере, вот Бессмертный полк начал с Радхаус-плац идти. Вот. Сейчас, ну, наверное, тут потусуются или по домам пойдут, не знаю.
Это город Аугсбург, Бавария, Германия. Вот, сейчас в одном месте проходят два митинга, один пророссийский, один проукраинский. На одном собрались приверженцы Путина, на другом приверженцы Зеленского, судя по всему. Вот и веселятся, их разделяет всего 200 метров. Такой красивый фонтанчик у нас на Кёнигсплаце. Вот. А насчет Махача не знаю, было пару предпосылок, но пока. Ну вот по поводу, да, приверженцев Зеленского тоже, наверное, вступил. Потому что приверженцев Зеленского, судя по всему, все меньше и меньше. Зеленский своими указами, всеми, блин, последними, мне кажется, очень многих людей разозлил. Вот. Что не Россию отстраивают? Ну, такой вопрос. Только что снимал со стороны Украины тоже, что там происходит. Вот, сегодня довольно людно на Кёнигсплаце. Людям скучно, конечно, скучно, конечно. Разные ситуации. В этом и плюс европейской демократии, что люди могут выражать разные свои мнения. А вот главное, чтобы они не мешали друг другу, не били. Судя по всему, в этом как бы плюс демократических стран. Допустим, но в Украине, естественно, что такого движ бы сейчас не прошел. В России, естественно, тоже. Ну вот в Германии могут собираться приверженцы разных политических взглядов.
Фламіцин. Город Аусбург, Германия.